Добрый день, дорогие гости и подписчики канала «Обо всем ич». В сегодняшнем видео мы поговорим о том, какие вещи нужно выбросить из своего дома представителям знака зодиака рыбы, для того, чтобы в их доме всегда присутствовали удача и благополучие. По мнению астрологов, люди, рожденные под знаком зодиака рыбы, это безумно творческие личности, чувствительные, эмоциональные. Астрологи утверждают, что рыбки сами способны лишать себя удачи, разрушая собственное биополе. Во избежание этого рыбкам не рекомендуется держать в доме предметы, которые могут вызывать у них депрессивные состояния. К таким предметам могут относиться даже предметы искусства, например, картины, на которых изображены негативные эмоции, депрессии, страдания и ненависть, а также скульптуры и книги на данную тематику. Ну а для достижения успеха астрологи и эзотерики рекомендуют рыбкам окружить себя жизнерадостными, позитивными, жизнеутверждающими картинами, скульптурами, книгами. Они будут прекрасно подпитывать вас изнутри и привлекать к вам удачные обстоятельства.